Первый зампред правительства области Андрей Новоселов собрался бороться с серыми зарплатами. Дважды в месяц он планирует встречаться с омичами, чтобы получать информацию, в каких организациях часть заработка выдают в конвертах, в обход в официальных ведомостей. Ну а еще чиновник заступился за работников, которым задерживают зарплату. Сейчас в области в 5 предприятиях задолжали в общей сложности 12 миллионов рублей. Первый зампред повесил на руководителей таких организаций соответствующий ярлык. Плохишей мы пригласим на заседание антикризисной комиссии, где участвуют силовые структуры и федеральная налоговая служба, и наши все министерства. То есть это возьмем под жесткий контроль. Под жесткий контроль одновременно, так же как с выплатой серых заработных плат. Это все будет контролироваться. Первый зампред призвал омичей жаловаться на серые зарплаты ему лично. Для этого он проводит в ближайшую пятницу, 22 января, прием граждан. Все желающие могут записаться по телефону 248 949.